Всем привет! Сегодня я продолжаю столярную тему и буду рассказывать о небольших технологических секретах. Устанавливая терморегулятор, мне потребовалось под него вырезать отверстие. И несмотря на то, что я использую вот такие вот коронки, у которых есть вырезы для стружки, все равно сверлить на большую глубину такой коронкой тяжело. Для того, чтобы стружка легче удалялась и чтобы работа шла быстрее, я сначала делаю метку, потом сверлю 4 отверстия на 8, на 10. После этого вырезать глубокое отверстие не составляет труда. Коронка идет очень легко. А теперь я расскажу еще два небольших секрета. Скажем, у нас есть деталь с отверстием, но это отверстие нужно увеличить, просверлив большим диаметром. Поскольку в центре есть отверстие, оно не дает нам базироваться сверлом центробора, то из этой ситуации можно выйти несколькими способами. Сделать, например, вот такой шаблон из тонкого ДСП, ДВП и прикрепить его на скобы степлером, привинтить шурупами или прижать струбцинами, если нельзя портить поверхность. Если диаметр центробора большой, а внутреннее отверстие не очень большое, то можно сделать внутренний шаблон и привинтить его на шурупы таким образом, используя его уже как направляющую. Но есть еще более простой способ. Если можно в лицевую поверхность заворачивать шурупы, то просто взять 4 шурупа и вот таким вот образом, используя их как направляющие, довольно легко можно выйти из этой ситуации, даже если отверстие было и не соосным. Вот такая небольшая столярная хитрость. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте. И до встречи в следующих моих видео. Всем пока!